Еще 15 июля в нашей республике заработал первый пункт размещения переселенцев из Украины. Для 1300 человек Чувашия стала, если не родным домом, то надежным убежищем, где можно укрыться от снарядов. На сегодняшнем брифинге говорили о том, какие проблемы есть у временных переселенцев и что их волнует в первую очередь. Почти 200 украинских детей пошли в школу Чувашии 1 сентября. Благодаря поддержке правительства и помощи неравнодушных жителей республики все они получили учебники и школьную форму. Дети очень способные, все схватывают на лету, делятся учителя. Сложности в процессе учебы все же возникают, поэтому для бывших украинских школьников подобрана отдельная программа. Школам рекомендовано проводить с детьми дополнительные занятия, особенно по русскому языку, так как школьная программа Украины и Российской Федерации не совсем совпадает, не совсем коррелирует. У них было гораздо меньше часов русского языка. Педагоги отмечают, что дети, если и пишут хорошо, и говорят неплохо на русском языке, то у них западает, скажем, теоретическая часть. В Чебоксарские техникумы и колледжи пошли 18 переселенцев, вузы – 9. Не так радужно обстоят дела с трудоустройством. Из 700 трудоспособных переселенцев работу нашли только 180. И дело тут совсем не в лености и нежелании работать. До 30 лет по трое детей таких через одну. Да. Понимаете как? В отличие от нас с вами. И поэтому она трудоспособного возраста, но она не будет работать. И таких много женщин. Еще одна проблема, с которой столкнулись беженцы. Почему-то некоторые жители считают, что переселенцы живут на иждивении государства. Получают по 800 рублей в сутки, бесплатно питаются, проживают и при этом не хотят работать. Эту ситуацию прояснила Светлана Петрова. Говорят, что вот вам платят большие деньги, 800 рублей в день. Зачем вам работать, раз вы такие халявные деньги получаете? Эти деньги получают те организации, пункты пребывания, пункты временного пребывания, которые их кормят, которые им предоставляют жилье. Большинство беженцев, по прогнозу Минздрава соцразвития, планируют остаться в нашей республике и после окончания военных действий на Украине. За недолгий срок пребывания они уже обзавелись друзьями, отправили детей в местные сады и школы. В ближайших планах получить гражданство России и найти постоянное место работы. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.